детская мечта. Нам очень хочется, чтобы наш город жил культурной, веселой, радостной жизнью, чтобы было как можно больше праздников, чтобы было как можно больше развития духовного человека. И вот каждое яичко – это душа каждого ребенка или взрослого, кто это яичко сделал. И вот эта вот удивительная композиция, полная любви, счастья, радости, которую каждый человек подарил нашему городу. Появился новый арт-объект в виде пасхального яйца. В честь этого у нас в сквере начинается второй ежегодный пасхальный квест, в котором принимают участие подростки разного возраста, от 12 лет. Спонсорами выступает благотворительный фонд «Мечта». Суть квеста в том, чтобы пробежать максимальное количество станций раньше других команд, выполнить все 12 заданий и первыми спасти Пасху. Конечно, будут призы, сладкий стол, небольшие подарки, грамоты для победителей.